Ну и снова здрасте. Решу, или соединю в одно, если не очень длинное, или сделаю в двух частях. Одна из частей будет обозреваемая. Ну, в смысле, типа... Так, а что я ее достаю? Мне же снизу надо доставать. Типа как бы... А вот эту часть мы сейчас с вами обсудим, дорогие зрители, в виде премьеры. Что у меня тут такое? Засахарилась. Схожу-ка я все-таки пешкодралом за сало. Снесу мусор, который можно сжечь. Иди сюда, животное. Вчера моя тетя таки посмотрелась. Сначала люди вам советуют какую-нибудь хрень, вы брыкаетесь, а потом думаете, ну, наверное, это надо, у всех же оно есть. И не знаете, куда бы ее пристроить, и уже советуетесь. И практически выбрали, и почти уже купили эту хрень. А потом понимаете, что она вам действительно не надо. И человек, который советовал, говорит, что да, куда оно тебе тут. В общем, не буду я этот рейлинг, рейлинг покупать. А вот... Фигня-прихваточка для сковороды или чесночница, которая фигачит чеснок мелко. В принципе, я пока и ножом справляюсь, но все же мне бы не помешало. Да-да, это как бы намек, если вдруг кто решит мне чего задарить. Но при этом не обязательно вопить, эти насики там что-то вякнули. Ну, один определенный насик из реальной жизни, что я там что-то нажала и давлю. Вообще, как можно нажала и сдавить тем, что, допустим, тебя в школе гнобили. Я потом все-таки запишу видос болтологический, как раз тут уже люди вопрошают какой-нибудь болтологический на подобную темку. Разговорное что-нибудь такое. А раз YouTube теперь премьеры такие сделал, то может даже можно что-то такое, если покатит эта премьера у меня в моем виде. Прямо он мои мысли прочитал, потому что я думала, что стримы можно делать не только болтать, а что-то обозревать. Если покатит, то можно будет какой-нибудь обзор такой сделать. Тематический такой разговорник. И сделать с этой премьерой, если премьера покатит. Скажем так, зайдет. Так, все вроде достало, что надо. Где у меня сопля? Моя. А еще на улице. Я тут так чихала, когда камера-то была выключена. Домывая чашки. Трындец бы, наверное, был, кто услышал. Вот. Из тех, кто первый раз вообще слышит. Это из серии, как Лёля чихает. Лёля иногда так чихает, что... Самое страшное. Мне бабушка всегда говорила, ну чихни ты как человек. Однажды я чихнула как человек, но она так чихала, и большинство человеков. Страшно было. Давай мозги через уши и нос, и вообще все, что можно прогнуть. Так, вроде все нормально тут. Вася, что ли, я тебя не так собрала? Вроде так.
на камеру не хочешь. О, я думала, ну на камеру не хочешь суваться. А ну сунулась таки. Ей-ей-ей. Все там такая погода, что может даже прокатиться можно на велике. Единственное, что обратно, наверное, поеду, тут солнце было бы ни хера не видно. Ой, я матюгнулась, а я же за то, чтобы не матюгаться. Похолстите великодушно. Сейчас, наверное, будет громкий звук. СМР оно у вас не вызовет. Да, это будет в двух частях. Скорее всего. Вот сейчас оно уже, наверное, не очень видно, потому что против этого самого света. Так. Ну-ка, если ее опустить. О, вот так вот. Ну, можно все включить. Светлее. Ну, чутка совсем светлее. Хотя мне как бы сейчас не надо свету, так что. Точно это будет отдельный ролик. Чтобы все могли повопить в комментах. Темно, темно, не видим, свет включать надо. Эгегей. Так. Хотя, может, и оба можно сделать вот. Как жарко-то, ёшкин кот. Так, сейчас мы это захерачиваем. Ой, я опять матюгнулась. Поближе, наверное, надо было поставить. Ничего, пошло. С богом, с чертом, с абсолютом. Забываю все время, в какую сторону тут. Да, наверное, надо было порезать как-то. Ну, ладно. Сейчас этот кусок дотрем.
И вроде мало кабачка было, а целая миска. Так, меня кормить надо. Ну что, обратно к солнцу как-то тебя повернуть, да? Так, что там видно-то? Сейчас в эту камеру. С этого ракурса. Пол пала, надо подметать. Ух ты, можно было вот так поставить, но мне бы тогда неудобно было тереть. Ну уж ладно, в следующий раз буду знать. Сейчас мы ее разберем. Да нет, наверное, может, я пешком все равно прогуляюсь. Потому что знала бы, надо было пораньше бы на велике ехать. Может, еще когда будет солнечная погода. Без ветра. Ну то, когда солнце в глаза, ты едешь, прям убийство какое-то. Ничего не видно. Не знаю, может это у всех, а может только у таких очкариков, как я. Ну что ж будет, проблема века. Ой. Давай выхреначивайся. Все время у меня так. Хрен вскроешь. Всегда надо то ли черта поминать, то ли еще кого-нибудь. Прежде чем вскрыть. Не представляю, сейчас что тут видно. Это мои руки во весь монитор. Может нажать на кнопочку микрофона, чтобы этих детей не слышно было. Надеюсь, нажалось. Что-то я кое-что маням этот телефон держу. Кот сидел в своем убежище. Thank you.
черепушка начинает болеть. Я подумала, пока мыла посуду, что может потом этот суп забоять. Пока хорошая погода, все-таки попытаться прокатиться. Так что, народ, извиняйте. Ну, может, я потом напишу, как я этот суп поеду. Ну, а на всякий случай, всем пока.